продавал все, теперь идем уже. Сколько получилось? Я, кстати, даже не знаю. До 11. Но не все, у меня еще два костюма осталось по 4000, так что если надо будет еще, я еще сделаю. Мне это не сложно. Главное, чтобы нам сейчас на все хватило просто. Вот чок покупаем для этого. Так. Теперь у нас он топ, в общем. Так. Сколько она стоит, допустим, 5? 40 крышек приобрести. Что это такое? What the fuck? Лол, загружаемся. Мне кажется, это уже недоработка игры, но мы ее используем, потому что мы проходим граната, еще граната, это сколько? Это тоже 50, это 400, 50, 100. 150 этих гранат приобрести. И теперь 150 вот этих вот гранат. Давайте попробуем еще разочек. Жесть. А сколько урона оружия пишется? 115. Просто как подствольник оружия работает. Так, давайте загрузимся и попробуем еще патронов купить обычных. Хорошо, теперь обычных еще купим каких-нибудь. Коиншот, я думаю, это 160 за один патрон. Это сколько 50 стоит? Это какие-то супер имбу патроны. Минус 50. Давайте купим пятерку таких. Нет. Минус 5. Один. Один купим. Приобрести. И посмотрим хотя бы, какие у него статы. Просто. Ух ты. 1.30 урон на 30% больше. Ну, понятно тогда все с ним. Пулевой кайншот. Останавливающий картечь армейский. Армейский он сильно повреждать будет оружие. Усиленный магнум. 12 за каждого. Вот этих купим. Сколько он, что это себе представляет? Конечно, оружие хуже коцается на урон и ПУ цели. Давайте еще обычных купим. Их вообще можно столько купить, что обкакаешься просто. Я думаю, нам достаточно 600 патронов. Во, нормально. Я думаю, так вполне неплохо. Закупились полностью, можно сказать. Этот дробовик теперь у нас. И гранатомет, и дробовик. Вообще все жесть просто. Погодите, давайте еще осколочно-фугасные патроны посмотрим. Мне интересно стало. Вот этот дает ПУ цели. Урон 1.75. Граната фугас. Фугасная, осколочно-фугасная, противопехотная. Бронебойная. Вот это круче. Наверное. Хотя хрен его знает. Давайте попробуем вот на ком-нибудь еще разочек. Сохраним специально. Попробуем.
Чем хороший дробовик? Кто-то меня стреляет. Просто жесть, конечно. Загружаемся. Чего такая штука, кстати, друзья? Я вам расскажу. Из-за того, что левел-листы, то есть игрок, наверное, не должен получить этот патрон, не должен пробовать его переключить. Ему не пишется нигде, наверное. Ну, хотя, может быть, и пишется. Не знаю. Гранатами, блин, херачит. Вообще жесть. 13 на 7 патроны наносят. 13 на... 12 тысяч стоит дробовик. Еще раз проверю, хочу проверить. Просто вот так... Тут можно уже и сложность включать с таким дробовиком. Такого расстояния точно. Не попаду. Хотя попал. В общем, ладно, загружаемся. Весело, короче. Друзья, я еще раз подожду, чтобы улучшить вот это до конца. То есть подожду, чтобы улучшить вот это до конца. Нет, не это. Вот это до конца, чтобы улучшить. И мы уже продолжим с вами. Друзья, вроде подождал 5 дней или 6, точно не могу сказать, но вроде за 5 и за 6 должно, да. Хорошо. Не, гранатомет я не продам. 3000, не-не-не. Тебе не продам, значит придется продавать одну этому, другому этому. Ну, по идее, сейчас уже денег будет меньше в разы, конечно же. То есть нам сейчас даже на моды может не хватить, на самом деле. Но... 5000, дружок, да? Винтовка уже, наверное, нахер не нужна, но все же. Так, 5000. Ой, 3600. И следующую. У него останутся деньги, конечно. Ну, какие мелкие товары. Но уже мелких товаров не будет. Если бартер качать, вообще цены будут такие, что... Жесть просто. Но патронов у нас теперь к этой пушке достаточно. Блин, взрывные, конечно, для дробовика меня немножко порадовали. Ну, вообще, конечно. Друзья, почти 7 часов записываю в один день. Это... Нормально. Попозже я к минному полю пойду. Вот у тебя 4000 есть. Вот ты у меня сейчас и примешь эту броню за 4400. Вот. У меня... Сколько? У меня 8000 денег. Замечательно. Теперь... Ковная коробка. Уличный магазин. Сколько осталось? 1000. Охотничью винтовку нужно тоже продать, я думаю, уже. Так, и теперь патронов купим. Лом. Что значит? Что значит лом? 100 крышек? Подождите, дайте купим. Что такое лом? Поломанные типа какие-нибудь. Да, типа ломают оружие. Это что-то такое, не знаю как-то. Ручные снарядки. 28 за каждый. 50 боеприпасов стоит. 1400 крышек. Не, спасибо, я не голодный, это сильно жирно. Армейский. Армейский 8. А что тут еще есть? Экспансивные. 20. Вот экспансивных можно купить. 1000. 50 патронов, 1000 крышек. Это нормально. Нормально. Давайте сделаем проще. Обычных купим. Не будем выпендриваться. Купим обычных. Вот столько, да. И еще вот столько.
основ... Не, сильно много. Минус десятку. И еще минус десятку. Достаточно. Теперь купим еще вот что. Для ракеты. Вот это вот. Реактивный снаряд робота. Реально тут показываются те, которые не должны показываться. То есть, это немножечко читерство, реально. Ну, давайте попробуем реактивный снаряд робота, что это такое. Ракета Улей вообще топ. Смотрите, вот просто, что такое ракета Улей, друзья. Меня сейчас тоже убьет, скорее всего. Она разделяется на 4, в общем. Сейчас загружаемся. Значит, ракета учебная. Допустим, купим. Как понимать, ракета учебная? Ну, ракета как ракета. Загружаемся еще раз. Вот это хочу попробовать. Активный снаряд. 500 крышек за одну! Сейчас все улетит тут, небось. Охереть. Ну да, это топ. Это топ снаряды. Будем потом брать их. Короче, сейчас берем улья штучки 3. И достаточно. Берем улей сейчас. 5. Сколько? Нет, 5 многовато. На штучке 3 получится как раз. Да, 3 боеприпаса. Как идут работы? Хорошо идут. Тебя 400 крышка осталось. Можем тебе что-нибудь продать. Типа вот этого оружия теперь, которое нам не нужны. И получить себе еще одну ракету. Две ракеты даже. Вот, замечательно. Вот смотрите, сейчас вам покажу, что именно она из себя представляет на улице. Просто нам было непонятно. Вот. Сохраняюсь. И смотрите. Подождите-ка. Подождите-ка. Короче, она должна разделяться, но что-то она не хочет разделяться. Беги-беги до первой аномалии. В общем, норм. Поехали. Хорошо. Теперь у нас есть вот эта винтовка. Не эта винтовка, опять же. Вот эта вот винтовка. С 233 патронами. С уроном равным сколько? Равно 76. А если поменять... С этим еще хуже будет. Да. Хорошо. Пойдем гулять дальше. А, нет, друзья. Нет. Не идем гулять дальше. Я вспомнил, что я хотел сделать. Во-первых, для начала пробуем это сделать у робота. Я думаю, вы понимаете, о чем я. У робота это не получится. Надо у людей попробовать. То есть, там можно прям раздеть. То есть, это реально очень крутая тема. Но это надо на врагов делать. Ну, или чуваков с братства стали. Или анклав. Тут к анклаву надо подойти. Но. Все же.
Привет, телочка. Норм. А у тебя можно стырить твою одежду, которая не тырится? Это вообще топ навык, друзья. Как будто с сундука беру. Так и вообще любого перса могу обокрасить такими темпами. Мне нужен Джериха сам. Но это, конечно, очень читерский навык получается. Ты вот кто? Нейтан. 32 рубля. Тоже какой-то Скарим получается. Нет, сделали бы, чтобы заметить могли хотя бы. Это было бы норма. Я еще вор, наемник. У меня со мной бегает коготь смерти. Кто я вообще, блядь, такой? Где такие водятся? Нужно так спросить. Кстати, надо еще обокрасть, попробовать. Есть тут наркоман один, с которым я как раз говорю. Задание прошло по случайности. О, Амойру давайте. Комбинезон робко. Мойра, привет. У тебя ноль крышек? Ну ладно. Ну суть вам ясна. То есть можно обокрасить вообще любого НПС. Любого вообще. Все, что можно у него взять, у него можно взять. Я раздеть всех персонажей. Если у вас какой-нибудь нудриплейсер стоит, то у вас все будут стоять голые везде. Сейчас проверим, правильно мы сделали, что купили эту винтовку, допустим. Ну урон, ну то есть... Стреляет она неплохо. А что мы ее улучшили? Давайте почитаем. Я просто не почитал. Прочность на 50%, боекомплект на 2. Удваляет прицел для средних дистанций. Хорошо. Ну, реально до средних, потому что... И давайте теперь сделаем ее на 1, дробовик на 3. Стоп. Куда я прокакал его? Непонятно, ладно. Ладно. Не то. Не то я на один поставил. В общем, я прокакал куда-то легкий пулемет. Теперь у нас нет ни одного оружия, которое стреляет. Ого, тут торговец. Торговец. Подожди, мужик. Это... Что за нахальство такое? Пипец! Просто рвет нафиг. И мечет. Как говорится. Куда ты там убег? Приятно тебя видеть. Я, наверное, тоже сказал бы так, но не скажу, потому что торговец куда-то убег. А вот он. Мужик, у тебя деньги раз в 10 обновились, так что... Семь тысяч. Ну, все, мужик, ты попал на ТВ. Ты звезда теперь. Или нет? Мне уже нечего продавать, собственно. Ну, я тебя ворую, конечно же, сейчас после этого. Вот этого у меня возьми. Охотничью возьми, я не буду ей пользоваться. У тебя что можно взять? Симуляторов возьму. Сколько? 900. Хорошо. Почти то же самое, что я получил. Может быть, чуть побольше даже. Травмопакет еще тоже возьму.
почему бы и нет. Спок. Это неплохая тема. Декстрин. Снятие зависимости. Очень хорошая тема. Все, что стоит нормально, можно у тебя воровать. А сколько у тебя пистолет состояния? О, тебе же его и продам сейчас. Хочешь себе свой пистолет, мужик? Я вот только что у тебя его своровал. Хорошо, вот надо теперь вот эту своровать. Зачем кому-то нужен такой охранник? А у бар... А, не. Мужик, стой. У меня для тебя есть... Вот вещи твоего компаньона, если хочешь. На тебе винтовку. Конечно, по ценам они очень никакие. На тебе тогда вот этот еще. Потому что у меня теперь вообще ничего точно не будет. Кожаная броня, кожаная броня. А, стоп, стоп. Кожаные брони я обратно заберу. Я их починю. И они будут стоить дороже. Поэтому я на этом наживусь еще. Теперь она стоит 160 рублей. Это просто... Я наживусь на этой броне просто великолепно вообще, друзья. 65, ну конечно. Я бы тебе костюмчик снял, но не буду. Нормально, в общем. Пойдем искать приключений. Но дробовик покарал. Ну это винтовка для людей больше, а дробовик именно для... Когтей смерти, допустим. Всяких тварей по типу. Я что, с самого начала его не обыскал, что ли? 5 крышек целых. Как я мог-то? Ладно. Видимо, ей куда-то надо так сильно, раз она так сильно спешит. Ягуана. Хорошо. А, мужик. Ну, я не скажу, что прям дробовик выручил, но... Неплохо. Только состояние у него сразу сломалось, да? То есть состояние у него сразу стало... Ну, не особо. Вон, да, взорвался еще. И аптечку на 4 поставим. Симулятор. Нет, на 4. Ух ты, ёпта! Сейчас так бахнет, что можно улететь будет. В Китай сразу куда-нибудь. Опять прогрузки территорий, которые ждут вообще просто, не знаю, все. Надо будет вырубить, перезайти скоро. Он бахнул. Кто там у нас? Игуана, да? Что за, мать вашу, логодром, блять? Ходят, друзья. Лёш припечатал к стенке. Они просто мне уже не по уровню совсем. Ракеты летят.
Надо было к этому больше патронов покупать. У него прицел вообще не трясется. То есть это как снайперка уже какая-то. Я хочу самому попасть. Или нет? Неплохая пушка. Реально только стоит, ну, ее стоит собирать, ее стоит улучшать. Ну, конечно, мы найдем снайперку, все это будет говном по сравнению со снайперкой. Наверное.